Ой, пиздец, короче, эта хуета еще работает. Задонатил, представляете, в нее 7000, да? 7000, сейчас это было бы как, не знаю, 14, вот. На современные жалко, блин, да? Конечно, с одной стороны, я думал, это все останется, да, донатил, там это самое фигачил, да. Там вот такая тема такая есть, что ты типа можешь как бы чатиться, да, ходить. Но автоматически тебе твоя комната создается, да, в этом. В отельчике, в таком комнате твоя создается, и ты должен ее за баблосики-то обустраивать, да, вот и. И как бы мебель это не слабо стоит. Какой-нибудь сраный стул может 50 рублей стоить. Вот такой вот пиксельный вот какой-то стульчик, да? Который два раза просто вот ставится на этом. А два раза он как бы. Два раза он отзеркаливается, а на третий раз он переворачивается и еще раз потом отзеркаливается, да, то есть изометрия, четыре положения просто, да, все примитивное, дубово, да, флешплеер используется, да, раньше какой-то особый флешплеер под нее был, а сейчас другой, но суть не в том, стоит до хрена, да, вот посчитаем, допустим, вот это три монеты одна, да, а три монеты это $1, вот, допустим, так, доллар. Так, вот тут два столы, три, четыре еще стол, пять, шесть, семь, восемь, десятка долларов. Вот тут десятка долларов, вот эта часть, допустим, еще двадцатка. Двадцатка и вот эти вот шкафы, да, стол, вот эта вот машина с аквариумом. Не, машину мы считали, вот это без аквариума. Это тридцатка, а вся вот эта комната большая, она, то есть, уже сотни долларов переваливает. Вот обычная комната, где может только чатиться, где 20 человек могут залезть и просто чатиться там внутри. И это одна комната, и вот это столько стоит денег. Это офигеть не встать, конечно, да? И она русская была, то есть, она еще была русская версия, я в нее там сидел, там залипал, чатился, там, это сам мебеля двигал, крутил что-то там. Вот, офигевал, в общем, как мог. Да, задонатил как-то 7 тысяч, они раз говорят, вы там денег мало даете, мы закрываемся нахуй просто, да, вы народ не приглашаете. А они конкурсы устраивали, да, там были эти психологи профессиональные в модераторах, да. Они типа устраивали конкурс, чтобы друзей звали, чтобы приглашали народ. Но в России же дураков-то нету, народ не приглашают, да, они взяли так, все просто фейков создавали, там играло, не знаю, 110 человек. Было таких же, вот, а они там сидели, да, в этой фигне, и потом, как бы, да, вот, видите, войти бесплатно, лохотрон, написано, да, вот, а они там сидели, да, и конкурсы устраивали, а дураков нету, они приглашали просто, клонировали себя, в трех браузерах открывали, да, и 150 человек раздавалось до 300, и все получали какой-то приз, какой-то, не знаю, 5 монет. Вот, чтобы самим не платить нифига, 5 монет получали, и в результате ничего не работало, поскольку все излишне хитрые такие, да, приглашать ничего не хотят, вот это говном типа спамить, да, хотят сразу просто брать и пользоваться, да. Вот, что там, магазин, да. Вот, может он откроется, я не знаю, вот. Во, еще развод-то. Хабба-клуб, то есть, если ты хочешь модную одежду надеться в челочную, да, ты должен этот хабба-клуб покупать. Она за $3, за 4 дается на 31 день всего. Вот, и тут еще что-то такое, да, дополнительные еще клубы, еще что-то, да, там дается, да. Вот, видите, сколько денег, сколько поборов, бесплатная игрушка, да, чатик, просто чатик. А видите, сколько поборов, вот монетки сколько стоит, 55 монеток стоит $5. А 110 монет, тоже можешь комнату построить, $10 стоит, почти 11, вот. Офигеть, не встать просто, это вообще... Что, в общем, произошло дальше? Они там стали закрываться, потому что никто, народ не хотел приглашать, да? А вот они, российское закрыли, да, сказали, а вы там заходите на эту, да, на великобританскую, у вас в России интернет до Великобритании хороший, да, на тот момент был, и сейчас есть. То есть, да, все каналы шли в Великобританию именно, вот. И все перешли там и офигели. Потому что как бы они перевели людей-то, а вот поддержку... Кириллицы не сделали, то есть чатик просто русский текст не принимал, флешевый вот этот чатик, он русский текст не принимал, всем вообще пофиг было на русский текст, и русский текст не принимался, да? От этой херни все, в общем, да, офигели и съебались оттуда в ужасе.
не знаю, еще издевательство такое, не дали 100 монет, то есть вложили. Некоторые люди вложили просто там десятки тысяч, да, а они дали им просто 100 монет, да, и все, обустраивайтесь как хотите, да. 100 монет это нифига ни на что не хватит, да. У них там было там запасено, наиграно в этих конкурсах, да, они нифига с голой жопы и 100 монет тебе, на тебе. Это как тебе пойти в магазин, да, тебе дадут 1000 рублей и скажут, купи на 200 узбеков, да, жрачки-то в магазине, да, вот тебе 100 монет и иди пиздой давай. Вот, и вот такая вот хрень получается, да. Все офигели, сбежали, кто английский не знал сразу, а тут детская же хрень, да, что уж детей легче разводить, у них родители бывают богатые, да. Вот, все, кто они английский, в общем-то, не знали, большинство, да, осталось, то есть, какая-то вообще мелочь, там, человек 10 потом тоже, 10 или 20 избежали они потом тоже, да. А потом еще круче произошла история, да. И эта хаб закрылась, да, то есть, британская, да, я сказал английская, или британская сказал, британская, да, она закрылась, и перевели международные, да, вот на это вот. Тут тоже самые проблемы, да. Вот. И из Евросоюза еще тут нигде ничего не купить, да. Если ты вот в Евросоюзе живешь, ты вот в этой хрени ничего купить не можешь, поскольку она по PayPal оплачивается, а PayPal, фиг там с этим Евросоюзом-то работает, в этих ваших евро поганых, ненужных никому. Вот, и все офигели, даже британцы и великобританцы офигели, там начали что-то судиться, но им сказали, что показали контракт, который не подписывается при регистрации, что вы дурачок, типа, и не лечитесь, да, вот. Вот тут вот написано где-то здесь, да. Вот здесь, да, вы типа вот. Так, термо в сервисе. Вот, вы типа ни за что не отвечаете. Вы на свой страх и риск этим всем пользуетесь, да? Вот, но мы ни за что не отвечаем, все у вас может в любой момент пропасть по любой причине, и мы ничего возвращать не будем. А деньги, которые вкладываете, мы вам, конечно, вернем, если ваши родители пожалуют, что вы их там украли у них из кошелька и засунули в игру, но мы вас забаним навсегда за это, и все. Вы не сможете больше никогда не играть и не регистрироваться в этой игре, да? Вот даже третьей части программного обеспечения со связанными сайтами вы там не имеете права, их даже ни на что вообще права не имеете, все только мы право имеем, а вы дураки, не лечитесь, одни мы все такие крутые, в белом пальто стоим, умные, красивые, добрые, да? Вот, аниматор, арбитратор, так он мост. А, 60, вот, 60 дней вы можете вернуть деньги, да, после проеба, да, если вы своровали, да, у родителей, но вас забанят, вот, где-то так. Так, я вот это так понимаю. Что интересного? Больно много стало, конечно, да? Вот, где отказ от ответственности, да? Так. Все, контент, все наше тут написано, да? Все наше, все наше. В случае обмана вы будете навсегда забанены нафиг. Все, вот так вот. Вот такая вот фигня, да? Мы сотрудничаем еще с правительством, да, чтобы там никакой фигни не было, чтобы было надежно, да, вот. Вот это самое интересное. Мы сотрудничаем с правоохранительными органами, да, с правительствами, вон, и со всем таким, да. Вот. Вот такая вот хреновина, да. То есть обман на доллар, типичный обман на доллар, да, вот. Что там в сообществе, да? В сообществе, да? Глянем сейчас, а то я забыл все. Так, фото с форм хабу. Вот для заманухи, видите, тут рейд прошел. Типа русские поднабежали, да, вот рейдит там. Вот такая хрень, то есть, да. Вот это всякое, да, вкладывайте, да, покупай все, да, вот. А рейд там это сам. Ну, сейчас рейдит, сейчас всем пофиг, да. Но обычно вот все они мирно сидят, просто хомячки, да. Стоят вот эти комнаты по $10 за комнату вкладывают, что-то там воображают, что они какие-то такие, не такие, да, вот монетки вот эти лежат, да, зарабатывают там, фапают на них, на эти монетки.
Вот, они что творят, да, вот диваны вот эти драгоценные. То есть они торгуют между собой. Каждый человек может только один вот этот диван получить за 4 месяца хаба-клуба. То есть он оплатит $4, еще 4, еще 4, почти $20 в хаба-клубе, ему дадут раз в месяц вот такой диван. И он должен других хомячков за вот эти вот монетки скупать вот эти диваны. Вот, и офигеть не встать, да? Торговля, видишь, беднота какая. Видите, денег не хватило. Бедные там школьники вкладывались, им денег не хватило. Вот это на одну тачку хватило, а этим хватило только на... это самое, да, стены даже не покрасить не хватило. Ни на светомузыку, ни на стены покрасить. Просто пол паркет положили, да, черный. И все. Вот такая вот хреновина, да. Не суйте сюда деньги, если вы сюда заходите, деньги сюда не суйте, да, никогда вообще. Вообще не суйте деньги. В студию, главное, не играйте там, в детсадовские. Вот, а то вам плохо будет потом. Вам потом через 3 года будет, нам это сам плохо станет. Во что вы время тратите? Лучше Final Fantasy играйте там целыми сутками, да? Постоянно, да? Вот что там еще есть? Румсы. Румсы есть, нет? А, румсы не покажут. Фансайтес, только где хорошее что-то пишут, да? Так, Флайхаб. Вот, это неофициально переходим, ладно, так что. Флайхаб сдохло. Извините, мы не можем больше это говно поддерживать, да? Мы с вами были, пока. Вот тут вот такой вот фан-сайт, да, типичный. Школьник играет, держит фан-сайт. Школьник закончил играть, 2 года прошло, он разочаровался, что это говне в этом, и все, и фан-сайту конец. Ну и все, как этому обзору, конечно, что можно говорить. Ну хоть уроки фотошопа для школьника они сделали, да? Фансайз крутой был, судя по всему. Но спиженный, конечно, у него вот это все, это спиженное все было.